Между тем, в Киеве на повестке дня опять вопросы не военной сферы, а финансово-экономической. Нацбанк Украины уведомил граждан, что снять деньги с депозитов в коммерческих банках раньше срока они не смогут. По мнению экспертов, власти боятся очередного бесконтрольного падения гривны. Ведь уже сейчас предприниматели в торговле и услугах предпочитают рассчитываться только наличными. Причем не в национальной валюте, а в долларах. Масштабы теневой экономики пыталась оценить Юлия Ольховская. В фирме предпринимателя Андрея Остапенко спрос на наружную рекламу упал на 70%. Редких клиентов компания старается удержать, играя по их правилам. Пожелания, как правило, у всех одни и те же. Взаиморасчеты ведем в основном за наличные. Но это не наша прихоть, так тенденция на рынке. И так хотят заказчики и клиенты. Поэтому мы также делаем. За наличные, значит, мимо налоговой. С расширением серых схем растут бюджетные потери. Продавцы и покупатели теперь предпочитают проводить сделки за наличный расчет. И все чаще в долларах, а не в национальной валюте. У нас дошло уже до того, что даже крупные партии товаров продают только за наличные. Есть даже такая специфика. Вы приходите на предприятие, есть одна цена по безналичному расчету и значительно ниже, если платите наличными долларами. Понятное дело, что если наличные расчеты, это только теневая экономика. То же самое во многих магазинах. В одном из торговых центров мы поинтересовались, сколько стоит новый сотовый телефон. Продавец ответил, что картой выйдет дороже. Банк дополнительно снимет 3% от стоимости товара за операцию. В то время как Европа мотивирует всех переходить на безналичные расчеты, на Украине, которая в Евросоюз стремится, все с точностью наоборот. Это, по сути, подтверждает и опубликованный недавно правительством анализ ситуации на украинском рынке. Цифры показывают, что экономическая политика нового правительства проблему теневой экономики только усугубила. В докладе Украинского министерства экономического развития и торговли и экспертов, и журналистов больше всего впечатлил вот этот график. Он демонстрирует рост теневой экономики страны. Если верить этим данным, почти половина финансовых операций на территории Украины не учитывается и не контролируется государством. В местной прессе все чаще задаются вопросом, почему перемены пока только вредят стране. Один из журналов, например, на свежую статистику Минэкономики отреагировал вот таким коллажем. Опрос 20 экспертов, проведенный в апреле этого года, выдал неожиданный результат. Главной помехой модернизации Украины специалисты, внимательно следящие за преобразованиями в стране, сочли персонально премьер-министра. Одна из последних инициатив правительства Яценюка – ввести прогрессивную шкалу для расчета ставки единого социального налога на зарплаты и пенсии. Причем суммы зарплат, как утверждают экономисты, разработчики законопроекта просто взяли с потолка. В итоге для некоторых работников взнос в пенсионный фонд может вырасти аж на 200%. Что, конечно же, вряд ли будет способствовать выводу экономики из тени. По этой инициативе директор должен получать в несколько раз больше, да, чем сотрудник. Вот одна незадача – возможности для предприятия, допустим, платить директору в 6 раз большую зарплату, чем менеджеру, зачастую просто нету. Но налоги собираются снимать именно в такой пропорции. Если данная схема, не дай бог, станет законом, то есть просто позакрывается масса бизнеса. Теневые схемы очень хорошо освоили украинские банки. Их собственники, которых теперь даже не могут установить, по подсчетам экспертов, нанесли государству ущерб на сумму около 5 миллиардов долларов. Это в 2,5 раза больше, чем, к примеру, годовой бюджет украинского министерства обороны. Многие финансовые учреждения, получая деньги от Нацбанка, сразу выводили их за рубеж. Правоохранительные органы завели уже 326 уголовных дел. Банки обанкрочены, вкладчики остались и без денег, и без надежды их когда-нибудь вернуть. С коррупцией и теневой экономикой на Украине якобы пытаются бороться, но борьба эта выглядит как-то нелепо. Генпрокуратура начала расследование против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Он съездил в служебную командировку в Лондон вместе со своей женой и советником. Главного борца с коррупцией теперь самого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Юлия Ольховская, Наталья Литовка и Анна Ток. Первый канал. Украина.